Всем доброго дня. Сегодня у нас завершающее видео с нашей экспериментальной площадки, где стоят наши теплицы. Здесь стоят у нас две легенды. 3х11, легенда номер 1 и легенда номер 2, вон там дальше, 2,5х4. Также у нас был парник, теплица-парник экспериментальная с открывающей крышей, которую мы испытывали в этом году. И вернее всего, что мы на следующий год ее запустим в серию весной. Сейчас не решили по комплектации. Легенду мы уже используем, эксплуатируем второй год, то есть это второй сезон ее. Плюсы. Значит, у этой теплицы это прямая стена, высокая, 1,80 м. Кто любит выращивать высокорослые помидоры, огурцы, томаты, перцы, то есть овощи. И в коньке 2,80. Также очень шикарная форма, домиком. Как мы видим, снег на ней не задерживается. Все скатывается, все прекрасно. Это еще первые наши модели, сейчас они усовершенствованы более. Пойдемте внутрь зайдем. Она у нас теплица 11 метров длиной, с техническим помещением, как мы видим, и теплой дверью. Сейчас зайдем внутрь. Стены у нас, значит, лицевое стекло, крыша стекло, а с другой стороны у нас, как вы помните, поликарбонат. Видите, на северной стороне лежит снег, примерзший, потому что поликарбонат имеет свойство от тепла, чтобы на нем налипало и приклеивается, как говорится в народе. Значит, одно отделение у нас, оба отделения с грядками. Тут вот такие грядки, 50, 80 и 50. Пол я здесь залил бетонной, стяжку с пеноплексом под ним 50 миллиметров. Даже есть у нас тут лампы освещения, система подвязки, к чему мы подвязываем томаты и наши растения, которые здесь растут. Форточка в одном торце, форточка стеновая и форточка даже автоматическая в коньке. Этого достаточно для проветривания. Все на автоматах. Что еще сказать? Очень мощная конструкция. Тут у нас первое, даже если вы обратите внимание, здесь нету усилителя Косина. То есть это уже третий год, они практически не нужны, мы от них, наверное, откажемся сейчас на серийных теплицах, потому что, видите, стоит, это уже будет третья зима, и третья, четвертая даже, два года эксплуатации, это будет четвертая, потому что мы ставили ее осенью, вот три зимы она отстояла, все отлично, это будет четвертая зима. Такая теплица. Перегородки с дверью двухстворчатой, чтобы меньше места занимало, и одна перегородка, у нас здесь двери вообще нету, как-то не поставили, и так и оставили, как обычно. Здесь тоже лампа освещения, такой небольшой щиток с выключателями, розетка, и стоят емкости по 500 кубов, одна и вторая, как мы видим. Сейчас снял все, воду слил, здесь везде уложена плитка большая, здесь тоже также грядки с капельным поливом, магистрального типа, паучок под корень. Здесь комплектация та же самая. Торцы поликарбонат, форточки, освещение, система подвязки. Конструкция очень себя показала хорошо. То есть она у нас хит, такая теплица, такая форма, хит продаж. Из-за формы прямые стены, высокая крыша. То есть кто-то ставит даже на повышенный фундамент, чтобы грядки были вровень. И получается вообще огромная теплица, шикарная, высокая. Пойдем дальше. Вот это наш экспериментальный парник-теплица. Мы делали, ставили как бы с дверями купе хотели, но они не очень практичны. Видите, у нас просто дорожка узкая, поэтому я придумал такие сдвигающиеся двери. Вот. Скажу интересную вещь. Огурцы как-то здесь мне не очень растли, потому что вот эта вся крыша огромная, она поднимается. Поэтому на следующий год мы здесь решили посадить томаты. Им будет здесь очень-очень и очень хорошо. Идем дальше. Здесь вот эта легенда. Мы ее в прошлом году испытывали зимой. Тут даже, видите, пеноплекс оставили, все оставили. Она сейчас закрыта. 2,5-4. Мы зимой в ней выращивали. Она у нас была отапливаемая. Сейчас у нас теплица на работе. Отапливаемая. У ней стены немножко пониже, 1,60 м. Вот, форма такая же домиком. Ширина 2,5 м. В этом году мы залили бетон вокруг,
шплица, будет еще плитка. Вот видите, грядки, забор скоро будет здесь стоять. Каркас сделали полностью по периметру. Также у нас новая линейка появилась, как обычно, мы на даче все испытываем по просьбам. Очень хорошо пошли у нас конструкции, вот такой вот сарай. Сарай а-ля душевая. Ну, в общем, кто-то даже теплицу может сделать, если обшить поликарбонат. Вверху стоит у нас емкость на куб. Здесь будет прокладываться коммуникация с нее для полива с огорода. Тут не обращайте внимания, делал из остатков шпингалет. И вот здесь, грубо говоря, сделал такой сарай. Под лопаты, плиту залил, всякие лопаты, вилы и так далее. И вот емкость кубовая для полива будет огорода. Здесь у нас будет сад. Выровняли уже все, вот эта вся площадка. Здесь компост, но птички летают, смотрите. Тут полностью будет вот это вот сад и газон. Засеяно все будет. Такие под картошку у нас грядочки, видите. Здесь, какая красота. Все в грядках, все красиво. Здесь тоже будет все заливаться бетоном. Под плитку. Ну, птичкам, видите, выложили хлеб. Емкость. Воду с нее не успели, замерзла, перевернули. Вот такая у нас красота. Юля, скажи привет всем. Скажи, ставьте палец вверх. Что? Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал, да? Угу. Ну, все отлично. Две елочки наши Новый год праздновать потом. Вот. На этом фоне теплица показала очень себя. Наталья Алексеевна довольна, очень счастлива. Требует с меня поставить ей еще четвертую теплицу, павильон. Просто не знаю, куда ее ставить. У нас зона, видите, какая огородная выделена. Ну, куда-нибудь поставим. Я ей предлагаю на крышу гаража сделать теплицу. Вернее всего, что так и будет. Вот. Ну все, всем пока. Ставьте лайки. Палец кверху, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, самое главное, задавайте вопросы. Всем пока!